Фирменный магазин на Южном рынке пользуется большим спросом. Ежедневно в межсезонье его посещают до 500 человек. В курортный сезон количество покупателей увеличивается в разы. Продукция тавровских мясных лавок известна по всему Краснодарскому краю и Ростовской области, ведь основная ценность в том, что при ее изготовлении используется экологически чистое донское и кубанское мясо. У нас очень большой выбор. Выбор колбасных изделий, выбор охлажденной курочки. У нас есть молочная продукция. У нас очень хорошая продукция заморозки. У нас фирменные наши пельмени. Выбор очень широк. Одних только колбасных изделий более 250 наименований. Вареные, копченые, сырокопченые, сосиски, сардельки, ветчины разных вкусов и сортов. Даже искушенному покупателю придется задуматься над выбором. Свежая продукция всегда. Продавцы очень отзывчивы. Мне нравится и фарш хамеля, да, там мяско, которое ты выбрал. То есть и в принципе, ничем не отличаются от рынка. Но не скажу, что там где-то дешевле можно пойти купить. И, по крайней мере, это все в холодильниках, чистенькое. Большим спросом пользуется охлажденная мясная продукция – говядина и свинина. Мясо всегда свежее и не подвергается заморозке. Настоящая находка для самых привередливых любителей шашлыка. Популярность ростовского колбасного завода возросла в Анапе настолько, что руководством было принято решение расширить торговую сеть. От жителей города, видимо, это связано с качеством обслуживания, с качеством продукции нашей, поступали неоднократные звонки и предложения открыть еще магазины в других районах. В апреле и мае месяце было открыто еще два магазина. Это по улице Крымской и улица Парковая. Мясная лавка на улице Крымской расположилась прямо в павильоне остановки. Здесь всегда многолюдно и очень удобно по дороге с работы зайти за свежей мясной продукцией. Товар есть не только на любой вкус, но и кошелек. Тавровские мясные лавки учитывают потребности и возможности разных слоев покупателей. Здесь регулярно проходят акции со скидками. К пенсионерам особое отношение. Местным жителям, которые тут недалеко живут, магазин понравился. Сейчас и приезжие приехали, тоже заходят в магазин, покупают. Приезжие покупают в основном пельмени, колбасу, молочко и кефир, а местные берут мясо. По ценам лояльно, все свежее, колбаса, кура, мясо. Живем рядом, дешевле, чем на рынке, берем постоянно, все очень вкусно. Еще один магазин расположился на улице Парковой в районе Восточного рынка. Здесь также всегда многолюдно, поэтому от клиентов нет отбоя. Широкий ассортимент молочной продукции, а также сопутствующие товары. Более 50 сортов приправ, соусы и кетчупы. Очень кстати дополняют мясной ассортимент. Приобрести всю продукцию жители и гости Анапы могут по адресам: улица Парковая, 93А, Крымская, 98, Амелькова, 28 и Астраханская, 75А.